Мне так оказывается способна нормализовать холестерин не хуже лекарств. Канадские медики разработали вегетарианскую диету, которая нормализует уровень плохого холестерина, не хуже, чем статиновые препараты первого поколения. Плохим холестерином называют растворенные в крови липопротеиды низкой плотности, которые провоцируют возникновение атеросклероза. Итак, что же за антихолестериновую диету предложили канадцы? Лечебный рацион включает такие продукты, как соевое молоко, соевый творог, орехи, бобы, хлеб из овсяной муки, неподслащенные сухие хлопья с высоким содержанием грубых волокон, овощи и фрукты. Месяц пребывания на такой диете привел к снижению концентрации липопротеидов низкой плотности на 3 у пациентов с нарушениями холестеринового обмена. Просто квартира. Мастер-класс. 3W.Rost.ru. Мечтаю. Они правильно относятся к вещам, то есть они получают удовольствие от всех каких-то моментов дневных, бытовых. Мечта моя иметь свой собственный дом где-нибудь в Тоскане, чтобы на улице стоял деревянный стол, который можно покрыть какой-нибудь клетчатой желтой скатертью, и чтобы там вся семья и масса пляшки и друзей собирались каждый вечер и пили много вина и ели много макарон. Нет ничего лучше дома, если у вас нет денег, чтобы пойти куда-нибудь. magic is gone. There in its place, a black midnight sun. The darkness is frightening, and love is denied. We've stolen the moon, God only knows why. The sons have lost their daughter. The devil seems the one, and they're in a cage.